«Вместе с семьей по малой родине». Под таким названием в Элисте прошел конкурс среди семей мобилизованных. На площади Победы 12 команд соревновались в 5 конкурсных испытаниях. Визитка, дефиле мам, защита национального костюма, рассказ о представителе своего рода и викторина на знание малой родины. По словам участницы конкурса Натальи Манджиевой, подготовку они начали за несколько месяцев. Я как многодетная мама, 5 детей, пришла в центр «Семья». Светлана Владимировна мне посоветовала участвовать на всякие конкурсы. У нас идут дети занимаются, там керамика, рисунки. И потом Майя Бадмаевна Харуева, она нам предложила учить нас шить платья, национальные этнические платья. Мы, не умея шить, научились и сшили такие шикарные платья. В преддверии конкурса участницы прошли подготовительный этап. Для женщин и их детей были организованы мастер-классы по шитью национальных костюмов и рисованию. Как отметила организатор Светлана Хинеева, старания семей участников не прошли даром. Старания семей, вот их как бы сказать вложение в это, время, которое они потратили, это ничто не пройдет даром. Вот, пожалуйста, мы привлекли огромное количество благотворителей, вот призы их ожидают. Помимо этого у нас установлен гран-при, это холодильник стоимостью где-то около 33 тысяч. За первое место мы даем морозильную камеру, тоже очень такую, скажем, которая очень нужна в семье, особенно многодетная, сплит-система и стиральная машина.